Привет, ты на канале о бизнесе. У тебя наверняка в голове рождались гениальные идеи, которые, казалось бы, ранее нигде не встречались. И если бы ты реализовал их, то вполне мог бы добиться невероятного успеха. Но зачастую что-то идет не так, то времени нет, то финансы не позволяют. В видео уже приведено 5 бизнес-идей, которые пришли молодым предпринимателям в голову. И они довели их до конца. Теперь же идеи приносят им десятки тысяч долларов, а сами по себе идеи крайне просты, что и доказывает, что прибыльные проекты нас буквально окружают. Интересно? Тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. А если ты хочешь знать, сколько я зарабатываю, куда инвестирую и какие бизнес-идеи считаю актуальными, то переходи в мой телеграм по ссылке в описании, там все подробности. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Трейдинг и инвестиции, не выходя из дома. 2020 год и пандемия показали, что лишиться любой, даже высокооплачиваемой работы можно буквально за пару дней. При этом пандемия дала мощный толчок онлайн-бизнесу, компании стремительно переходили в интернет, а внезапно оставшиеся дома на неопределенный срок люди начали искать способы заработка в новых условиях. Но чем именно заняться, чтобы не потерять время и деньги? А что насчет трейдинга и инвестиций? Многие скажут, что это сложно, и будут отчасти правы, ведь многие великие трейдеры учились этому искусству на протяжении всей жизни. Но что если я скажу вам, что зарабатывать можно без опыта и знаний в трейдинге, просто копируя сделки опытных и профессиональных трейдеров? Онлайн-брокер iMarkets, работающий на рынке с 2007 года со своим сервисом копирования сделок RAM, предоставляет такую возможность своим клиентам. Все работает максимально просто. Выбираете подходящую стратегию трейдинга из рейтинга, копируете сделки. Без профессиональных знаний получаете высокий доход. При этом деньги будут находиться на вашем счете, и вы в любой момент сможете выбрать стратегию другого трейдера. А если вы захотите торговать самостоятельно, то у брокера есть для вас еще одно классное предложение – демо-счет до 10 тысяч долларов. Демо-счет ничем не уступает реальному, на нем доступны абсолютно все торговые инструменты, при этом в случае ошибки вы ничего не теряете, а всю прибыль можете перевести на реальный счет. Подробнее об этом вы найдете информацию по ссылке в описании под видео. А чтобы увеличить шансы на успех, iMarkets дарит всем клиентам плюс 20% к сумме пополнения. И это не единственный бонус, у iMarkets вообще много крутых акций. Например, новым клиентам, которые выбрали определенный счет, брокер удваивает стартовый капитал. Кстати, у iMarkets есть такая возможность торговать криптовалютами. Это особенно актуально сейчас, когда биткоин стремительно покоряет новые вершины. Все подробности по ссылке в описании, переходи. Ручка для переноски пакетов. Этот стартап является доказательством того, что не обязательно создавать что-то высокотехнологичное и сложное. Можно предложить людям простое решение банальных жизненных проблем. Как часто тебе приходилось носить несколько полных пакетов из супермаркета, даже если речь идет о том, что нужно донести только лишь пакеты до машины на парковке? Когда приходилось нести полные пакеты с продуктами, то ручки этих пакетов оставляют на руках следы и вызывают болевые ощущения. А что если приходилось нести не два пакета, а все четыре или даже больше? В любом случае поможет изобретение из Лос-Анджелеса в Калифорнии. Изобретатель создал специальную ручку, на которую можно навесить несколько пакетов и переносить их в таком виде. Ручка имеет оптимальную толщину и мягкую поверхность. Даже если вес будет большим, дискомфорта в носке пакетов ты не ощущаешь. Это чрезвычайно простое изобретение. Странно, что никто ранее до этого не додумался. Попытки были, но в массы они так и не прошли. Этот же проект выложили на краудфандинговую площадку, где сейчас ведется активный сбор средств. Если средства будут собраны, то производство начнется и товар выйдет в массы. Но тебе не обязательно этого ждать, ты можешь сделать все самостоятельно. Производственный процесс здесь чрезвычайно прост, никаких технологий не нужно, стандартный станок, стандартная процедура обработки материала. Огромные деньги для старта подобного производства также не нужны. Ты сможешь создать полезный гаджет и продавать его через хозяйственные магазины и супермаркеты, зарабатывая деньги. Устройство для полировки изделий из 3D-принтера. Купить и использовать 3D-принтер может каждый. Появляются целые студии, которые готовы под заказ создавать продукцию и соблюдать точные размеры заказчика. Это уже не технология будущего, это современность, к которой все мы так стремились. Но есть одна проблема в работе с 3D-принтерами. Все выполненные изделия получаются шероховатыми. После того, как принтер закончил работу, пользователь может получить нужное изделие, но оно не будет иметь такого товарного вида, необходима шлифовка. Сегодня шлифовка выполняется руками мастера,
мастера. Он берет в руки наждачную бумагу и начинает аккуратно зачищать заготовку. Во время этого процесса приходится дышать опасной пылью, а сам процесс занимает очень много времени. На краудфандинговой площадке появилось решение данной проблемы. Полировальная установка для 3D-изделий. Необходимо залить немного жидкости внутрь, поместить заготовку на специальную решетку и запустить оборудование. Через 5-10 минут заготовка будет полностью готовой. Ее поверхность станет гладкой и привлекательной, ее уже можно успешно продавать на рынке. Такое изобретение будет очень полезным для многочисленных студий по 3D-печати. Этот проект обязательно добьется успеха, но ты также можешь взять эту идею на вооружение и создать подобное оборудование для полировки 3D-заготовок. Это простое оборудование с давно известным принципом работы. Так как продать оборудование можно будет без проблем, то и зарабатывать на этой идее ты сможешь довольно много. Наушники с датчиком положения. Изобретатели из Гонконга подумали о том, что классические наушники уже не могут дать того невероятного эффекта звучания, как это было ранее. Сегодня даже самые дешевые наушники на рынке могут выдавать достойное качество звука. Это массовый продукт, которым никого не удивить. Поэтому было принято решение о том, что звук необходимо привязать к тому, что происходит вокруг. Если ты оказываешься в лесу, то вращая головой из разных уголков будут слышны разные звуки. Это и есть эффект полного погружения в атмосферу. Изобретатели подумали о том, что если иметь информацию о положении головы в данный момент, то можно будет подстраивать звук и добиваться того самого эффекта погружения. Так появился прототип наушников с 9-осным датчиком положения. Прототип показал себя на отлично. Он идеально подходит для игр, он позволяет выполнять упражнения для шеи при длительной работе. Он выдает невероятное качество звука во время просмотра фильмов. Сейчас проект собирает средства, и у него это неплохо выходит. Есть большая вероятность того, что наушники появятся на рынке. А так как речь идет о Гонконге, то появятся они сразу на массовом рынке и распространятся по всему миру. Ты можешь создать такие наушники и быть одним из первых, кто предложит их на отечественном рынке. Нацеливать товар лучше на геймеров, которые сидят перед компьютером и давно осознали, что звук в играх – это очень важный компонент. Они будут готовы платить большие деньги за такое изобретение. Выезжающая мебель. Сегодня мы пытаемся создать просторный интерьер в доме. Нельзя нагромождать его различной мебелью. Это создает не самые приятные чувства. Не все могут себе позволить покупку огромного загородного дома и содержать его в порядке. Многие выбрали жизнь в квартирах. Это практично и дешево, но добиться там просторного интерьера довольно сложно. Изобретатели из города Ульм в Германии нашли интересное решение, которое наверняка понравится покупателям со всего мира. Они создали специальную мебель с выдвижными механизмами. Это выглядит очень стильно и современно. При этом такая мебель многофункциональная и занимает минимум пространства. Идея здесь довольно простая. В мебель встраиваются различные механизмы и автоматика. По команде владельца механизмы срабатывают, мебель выдвигается в свое рабочее положение. Там могут быть скрытые полки и ящики, может быть телевизор или другая бытовая техника. Управляется вся мебель через умные помощники или фирменное приложение. Можно оборудовать весь дом такой мебелью и сделать его более практичным, оригинальным и интересным. В данный момент происходит активный сбор средств. За первый день проекту удалось собрать более $3000 инвестиций, что говорит о его возможном успехе. Ты также можешь наладить производство механизированной мебели. Это не очень-то и сложно, но товар будет пользоваться большим успехом на рынке. Наверняка найдется много тех, кто захочет так разнообразить свой дом. Антибактериальные перчатки на каждый день. Все заботятся о своем здоровье, особенно в такое непростое время. Главной причиной заражения являются грязные руки. Именно они могут контактировать с вирусами, именно на руках этот вирус остается очень долго. Одно неосторожное движение, и вирус уже в организме. Поэтому нужно носить перчатки. Носить медицинские перчатки неудобно, выглядит это неэстетично, появляется сильное ощущение дискомфорта. Но альтернативы попросту нет, поэтому все ходят без перчаток и подвергают себя опасности. Изобретатели Сан-Франциско в Калифорнии решили эту проблему, создав специальные антибактериальные перчатки на каждый день. Главной особенностью данного изобретения является материал. Это специальная ткань, которая позволяет телу дышать, но при этом не позволяет бактериям проходить внутрь. Перчатки позволяют пользоваться смартфоном, они не снижают точность во время управления транспортом. Их можно не снимать весь день. При этом изобретатели создали интересный дизайн, который наверняка понравится покупателю. Сейчас происходит активный сбор средств на краудфандинг.
лендинговой площадке, но нужная для производства сумма была собрана через несколько дней после появления проекта. Ты сможешь создать подобные перчатки на каждый день и предложить их отечественному рынку. Так ты не просто будешь зарабатывать хорошие деньги, но и принесешь огромную пользу, обезопасив людей от заражения. Уделяй много внимания дизайну, это позволит более эффективно продавать перчатки. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!